У тебя утечка. Компрессор включен. Тупо. А, нет. Понял. А, теперь просто берешь и хопа. Ага, и пиздец. Да, а что это тормоза? Сейчас? Колеса. Это у тебя. Ну, так ладно, ребят, давайте на добром. Тогда еще очень надо встретиться через день, допустим, если у вас будет желание. И обязательно еще поиграем. Через день? То есть не завтра? Ну, а ты же говоришь, у тебя через день канала, так что... Подожди, нет, в этот раз я только 3 сентября буду загружать видео. Ой, какой сентября, блядь, октября? А, тогда завтра можем, если получится, если в порядке. И тем более, уже через день, у меня по определенным датам. Это, окей. А, что-то не понял, я написал, что в салон-то он не алло. Когда, во сколько тебя ждать? Ну, вечером тоже где-то так же, может, чуть раньше даже буду. Так что 7? Да, но и не факт, что завтра буду, я уточню по поводу этого, буду или не буду. Там я, может, выйду в это самое, в этажку завтра посмотрим. Я вам обязательно напишу по этому поводу, так что давайте. Спокойной ночи. Давай, пока, удачи. А на сиденье она не хочет вставать, на полностью. Я... О, все, есть! Хо! Она сползает, смотри, смотри, хоп, все. Она скользит, но тут я ничего не сделаю. Ну, приварить и все. Вагон типа просел, я сейчас вагон расфрезил, вагон просел. А знаешь что, я сейчас сяду в салон к себе сюда, ты попробуй поехать, неинтересно, что с машиной будет. Езжай. Надо вернуть ей коллизию. А, ну да, верни. Типа я отключил, типа, чтобы она зашла туда. Теперь верну, прям будет канарин, чтобы она не вылетела. Устрани утечку воздуха в задней кабине, у тебя по-прежнему травит, стоп-солнце не помогает. У меня нет, у меня пневмо нормально все звук. Ну ладно. У меня нормальное давление. У меня нет утечек. Ну все. Подожди, что за машина? А, импонт-то какой-то. Смотри, нормально вроде держится пока что. Ускоряюсь еще. Сука, перегонка машины в номерном. Ну или как он называется, номерной, не номерной. Так как пош называется? Я сейчас не удивлюсь, если в один прекрасный момент. Изнутри это номерной, в принципе. Ну да, я не удивлюсь, если в один прекрасный момент произойдет глобальный пиздец резко. Можно. Машину дернет, вагон снесет нахуй. Состав. Ну сейчас горка будет. О. Бля, у меня вообще шикарная идея появилась. Сейчас. Ты доедешь до этой станции, в принципе, можешь удалить этот состав, проспавни грузовой, и вот на нем повеселимся. Из грузового, скорее всего, вылетит, там нет пристани. А? Из грузового вылетит. Почему? Нету стен. Я не думаю. Здесь он не летает. Ну я не знаю, сейчас слезать, что там внутри творится. Машина практически не двигается с места. Вот это заебись. Я ее не приваривал. Смотрите, она спокойно соскальзывает. Она как бы свободно физически. Она стоит на месте, она другие, ну, в большинстве случаев другие объекты начинают состав сносить. Допустим, если ты загрузишь сейчас номерной ящиками, повезешь их на большой скорости, состав несет. Нормально так. Подожди. Зацени, зайди в салон, она на месте стоит. Да блять. Она даже жопу не уперлась, ну что. Ну она да, нормально? Она не упала никуда. Она свободна, видишь? Не, она. Не, стоп, она чем-то колесом цепанулась за поручень, видишь? Ты думаешь? Она. Да, да, она цепанула. Видишь, вперед? Но назад она не идет. Видишь? Угу. Но вперед она идет. То есть она цепанулась за поручень. Я понял. Так и поставлю, она начнет соскальзывать. Куда-то. Но снова она упрется колесом в что-то. То есть она колесом цепляется, и колесо скользит и держится. На состав. Ты тот состав можешь удалить сейчас, я загоню свой в тупик. И поставь на этот грузовой. Я не могу удалять состав. Так. В смысле не можешь? А, на Z. Не можешь состав. Так, да это, ремувером?
Hover'ом, но не Z, я же Z удаляю обычно. Нет, я с Z-то давно переназначил клавишу, иначе постоянно удалялось. Все. Ты можешь сейчас встать, чтобы не ебаться долго, заднюю кабину принять, когда я заеду. Не спешу. А? Бля, нихуя не видно. Ладно, потом хочу смотреть. А что если лучше на переднюю кабину запихать? Чего? Кабина машиниста, ты машину запихать. Тебя все равно не понял. Машинист что-то передней кабины, по-моему, ты сказал. Машину, переднюю кабину машиниста запихать. А, это не выйдет. Да, вообще не выйдет. Так. О, диванчик, диванчик лезет. Диван. А, диван, смысл, это легко. Сейчас, подожди, я кабину вырублю. Я не буду выключать БПСН, мотор, компрессор и освещение салона, так что их там не трогай. Понял? Я не в ЗК, я на станции. Но ты можешь сесть в ЗК, чтобы быстрее сейчас обернуться? Я не спешу. Я жду, подашь сигнал. Отдал кабину? А? Отдал кабину? Да, я выключил. Ебаный РС. Все, пиздуй. На стрелках уже собирай схему на тормоз, иначе не на станции будет тормозить УППС. А меток нету вообще. Не знаю, что нет, но он срабатывает. Не-а. А, они даже УППС убрался, что ли? Оно считается как автоведение, потому что оно пропало. А, то есть теперь здесь даже нету этого. Ну ты смотри, на стенках нету этой фигни. Ну да. Врубай, как. Блять! Нахуй! А-а-а! Высаживай теперь их. Меня ты нахуя высадил? А, это не то? А, экспас, блядь. Я не помню эти команды, блядь. Закрывай дверь, просто кабину вырубай, я сейчас приму и зайду туда. А светофор кто спиздил? А, нет, он есть. Просто его еле видно. Но обычно он красным горит, а сейчас он никак им не горит. Какой? АБД. Красным. У меня он никакой, ну ладно. У тебя что-то с клиентом проблемы. Что это? А, ты эту кабину вырубил, да? А, ты в тупик заезжаешь? Да, выруби кабину. И маршрут заодно открой, потому что я не помню команду уже, а вот там опять чего-то, да, нужно вводить? А, нет, это на Круслане вроде, или где, не помню уже, окей, я понял. Кто удобно эта штука, что пишет текст маршрутника? А, я и забыл про эту. АВТ! Так вот почему не открывалось раньше. АВТ надо писать. Видишь? Вот для чего эта херня. Удобно? А то. Удобно, но она портит реализм весь, она убивает его нахуй. Ну, выучил, отключил, а пока не знаешь, не так, ориентируешься. А как? Сейчас я скину команду. А, команды, то есть нет меню какого-то. В консоль пишешь просто 0 или 1, то есть как этот, так же как GMOD M-Core Test. Я понял, а светофор ты мне можешь сейчас ехать, какой сигнал, у меня нет показания. Белый. Белый? Окей. Здесь горит 40. А, то есть белый с красным, значит не более 5. Да, вентиль ебаный. Соль пиши и пропадет. Ага. В смысле, а почему мне не сорвал автостоп? Что за бред? А в плане, почему он должен сорвать? Так, там он горел белый или красный, словно мигающий белый? Белый. Просто белый? Просто белый. А. Я тебе сказал, белый. Я подумал, что белый под красный, то есть пригласит. Ну ладно. Сказал, что белый. Я не говорил красный, а белый пригласительный. То есть не говорил, как пригласительный белый. Просто белый. Без красного. И он не закрылся.
интересно. Да, блядь. Ебанул. А, нет, УППС есть. Видишь, у меня сейчас УППС тоннеля стопанул. Не знаю, на станции нету этих меток. Да езжай ты, мразь ебаная. А может там просто ОЧ? Там же нету даже сигналки. Ну да, нет, а раньше был. 40 здесь было раньше. Тут нету сигналки. Там жопа заехала за стену путевую, которая путь разделяет. Съезд. Так. Да. Окей. Ты не заехал за светофор, выходной. Заехал за светофор? Нет. А, ну сейчас. За стенку заехал, за светофор не заехал. Скажешь, когда тут, за светофор заеду. А тут вообще, тут не это, не этот. Я понял, стопор, скажешь, когда тут, за светофор заеду. Все. Все? Да. Окей. А он автоматически, он бьем, говорит. Он автомат. Он всегда бьем будет, говорит, если стрелка по маршруту. Вот теперь, сейчас я, наверное, сохраню видео и проспавнишь этот грузовой машину на него. Так, здесь все. Пускай пока поезд здесь стоит, только в передней кабине включу еще БПСН, чтобы не сдох нахуй. Этот рабочий? ТВ-1. Выходной рабочий? Да, да, белый. Тебе по-хорошему перезайти бы? Тебе какие-то сбои? Ну сейчас перезайду. Думаю, ёж глюканул, сбой дал, либо еще что-то. Либо что? Не, ёж глюканул, скрипты дал ошибки. А. Я его удалил тогда. И понял. Потом мне вылетел и перезашел. Окей, сейчас перезайду.